Всем привет! Сегодня у меня покупка зеленого друга, о которой я очень давно мечтала. Пополнение моей коллекции антуриумов от компании Flamingo Plants. Или Plants, поправьте меня, если я неправильно сказала. Но неважно, это сорт, который я давно хотела. И называется он Black Paris. Просто невероятный. Эти глянцевые покрывала. Посмотрите, какая прелесть. Молодой цветок. Это уже, да, видимо, зацвел первый. Более плотный. Более темный. Камера полностью передает его оттенок. Антуриум среднего размера, не высокомер. Интересные листья, вытянутые, темного цвета. Больше ладони. Вот тоже смотрите, какой он интересный. Вот камера немножечко здесь не передает, он уходит в шоколад. Хочу показать, как растет. Вот Flamingo Plants Silver. Такая милашка фламинго. Растет, соответственно, в транспортировочном грунте. Я буду его обязательно на днях пересаживать. Значит, в горшочке здесь много отводок. Деленок. Раз, два, три, четыре. Четыре. В активном росте. На вид растение абсолютно здоровое. При мне его выгружали из палетов, поэтому продавцы не успели его ни залить, ни засушить. Поставка была буквально час назад. Я успела. Их было всего 4 штуки. Это было в нашем местном магазине цветов. До этого я там не видела Black Paris. Я вообще его ни разу не видела. Так, я вам сейчас покажу. Так, чтобы точно вы увидели, что это Andre Black Paris Anthurium Andreanum 6017. Цена 1080. Вот ООО «Гектар». Это наш местный цветочный магазин. Неплохой. Я там часто покупаю различные растения. Покупала там недавно уценку антуриума, которую сейчас держу на реанимации. Но это уценка, никаких претензий к магазину нет. Поэтому Black Paris, конечно, шикарен. Я давно хотела. У меня есть в коллекции антуриум Black Beauty. Он у меня куплен деленкой от коллекционера. Я жду, когда он зацветет. Обязательно покажу, как он зацветет домашним цветением. Сейчас он активно стал наращивать листья. Видимо, почувствовал весну. Хотя он всю зиму у меня простоял под фитолампой. Сейчас он отправился на восточный подоконник. Ну что, Black Paris просто шикарен. Я очень рада. У меня эмоции зашкаливают. Красивый, компактный, эффектный. Листья. Очень интересный сорт. Украсит. Украсит. Однозначно он украсит квартиру. Вот эти лаковые его соцветия. Это просто прелесть. Ну, конечно, требует пересадки. Иначе без пересадки ни в коем случае. Адаптация. Несколько дней пересадка, профилактика обработки от вредителей, как по стандартной схеме. Я планирую сделать видео о том, как поступать с антуриумами после покупки. Я детально расскажу, чтобы сохранить растение крепким, здоровым, чтобы оно вас радовало, не приносило никаких неприятностей. А только радовала своим цветением, своим прекрасным видом. Всем, кто со мной, кто смотрел видео, всем спасибо за лайки, за комментарии, за просмотры. Всем пока!